Доброе утро всем любителям балета. Мы находимся сейчас на ВДНХ в Международном центре балета, и я непосредственно директор этого прекрасного заведения. Габурниева Елена Олеговна. Конечно же, балет — это такой вид искусства, где требуются определенные природные данные. Это выворотность, гибкость, эластичность, подвижность суставов. Но у нас есть разные уровни подготовки и разные группы. На все возрастные категории, начинаем с 2,5 лет, и это младшая возрастная категория. Также у нас занимаются любители взрослые. И здесь уже без ограничений любая возрастная категория, группа делится на уровни подготовки. Начальный, средний уровень и уже продвинутую группу. В центр балета может прийти каждый, кто хотел бы научиться танцевать. Главное было бы желание. И как сказала наша любимейшая Майя Михайловна Плисецкая в своей беседе с выдающимся космонавтом Юрием Гагариным, да, для того, чтобы быть крылатым, нужно стремление к полету. Милости просим, наши двери вам открыты.